По ситуации в целом по зим, ну, на юге, вот это Южный федеральный округ и Северокавказский федеральный округ на сегодняшний день посеяно 8,5 миллиона гектара зимой пшеницы. Из них 80% распустившихся, такого у нас никогда не было. Вот видите, почти 7 миллионов хорошо развитых озим. И сейчас ситуация очень неблагоприятная, фитосанитарно складывается. Ну, в связи с таким большим промачиванием, соответственно, большие потери нитратного азота. И совсем другая картина по аммонийному азоту. Что касается прогноза на весну, то мы ожидаем в какой-то мере повторения 2020 года, когда в апреле у нас были заморозки. Очень неприятная штука, но к ней надо быть готовым. Вот... Это конец декабря, озимая пшеница по пару разных сортов, видите, вот так сплетено, но это большинство в таком состоянии, у некоторых даже еще более развита озима. Такая картина была после озимой пшеницы и после подсолнечника. После подсолнечника картина, ну, такая, более-менее контролируемая. Вот беда, которую вам надо решить в феврале. Не по подкормкам вы думаете, ребята, а думайте о мышевидных грызунах. Особую опасность представляет курганчиковая мышь, с которой трудно бороться. Биопрепараты сейчас в эту фазу практически не работают. На устранение этой причины у вас месяц. Потому что если пойдет активная вегетация, то уже ни одним препаратом вы этих мышей не установите. Но чтобы более ясно вам было, значит, смотрите, если в феврале у вас останется 50 нор, то есть 50 мышей на гектаре будет, то к уборке это будет 500 тысяч. Понимаете? 500 тысяч это можете забыть за ваш урожай. Поэтому в первую очередь сейчас, который надо решать вопрос, это используя химические средства защиты, но только не аналоги фосфидоцинка, а то начудите. И в первую очередь надо закрыть вопрос по мышевидным грызунам. В конце прошлого года, мы когда, я уже сказал, когда проводили диагностику, вот видите, по колосовым предшественникам и по пропашным предшественникам, уже вот на примере Ставропольского края, это Новоалександровский район, уже были такие дефициты от 18 до 25 килограмм в действующем веществе. Поэтому мы тогда уже рекомендовали проводить подкормку азотными удобрениями. По запасам продуктивной влаги на 1 февраля. Здесь, видите, регионы взяты, это Южный и Северокавказский федеральные округа. Практически почти везде достигнут оптимум, то есть оптимум, который необходим для нормального роста и развития озимой пшеницы, ну, по крайней мере, до фазы колошения точно. Ситуация, которая сложилась у нас на рынке, она достаточно сложная, поэтому я призываю в первую очередь сельхозтоваропроизводителя обратить внимание на себестоимость выращиваемой продукции, на затраты. В конце концов, научитесь считать, потому что прошлый год показал хозяйства, которые считают, увидели, сколько недополучили на озимой пшенице за счет потери качества. От 2 до 3, а некоторые 4 рублей на килограмме не добрали. То есть, если посчитать, допустим, на 1000 гектаров озимой пшеницы, то недобор по деньгам составил от 10 до 20 миллионов на 1000 гектар недобор, только лишь за счет того, что соответствующим образом не сработали на качество. И в этом году первым вопросом, который надо, обязательно контролируйте затраты с таким расчетом, чтобы себестоимость зерна у вас не превысила 8 рублей. На рынке, что мы ожидаем по прогнозу, из-за тех остатков зерна, которые имеются, того качества, которое имеется, и того предложения, с учетом того, что у нас на рынке впервые за многие годы посеяно выше 20 миллионов гектаров озимых, у нас никогда столько не сеялось. При том еще точной статистики по новым регионам,
точной статистики нет. Поэтому, возможно, и больше. И представьте, мы на рынок даже при средних погодных условиях дадим зерна, ну, не меньше, чем в прошедшем году. То есть к тем остаткам, которые есть, это больше 65 миллионов, еще добавится. Соответственно, те остатки, которые остались, зерно в основном не очень хорошего качества. Соответственно, вы видели, мы вас предупреждали, в 2022 году разница была между классами, ну, в пределах 1-2 рублей. А что произошло в 2023 году? В 2023 году разница уже была 3-4, а по некоторым партиям достигала 5-6 рублей. Поэтому занимайтесь, затраты, поверьте, не такие существенные, чтобы получить третий класс. Далее, как можно, на чем можно экономить и как надо подходить с точки зрения применения удобрений. Первое, у нас есть, естественно, плодородие, которое в зависимости от предшественника дает определенный уровень урожайности. Вот смотрите, это выборка за 10 лет по сорту Ермак, по трем типам почвы. Это чернозем обыкновенный, это южная приазовская зона Ростовской области, это чернозем южный, это северо-западная зона, и каштановая почва, это взята восточная зона. Вот смотрите, что получается, что это естественный фон, удобрений вообще ноль, не применялось. Мы по парам получаем до 40 центнеров, 44 центнеров, не применяя удобрений на черноземе обыкновенно. Вот, поэтому после гороха и после бобовых культур надо очень внимательно относиться к точке зрения применения удобрений именно в плане экономики. То есть мы там можем, не внося удобрения, получить вполне приличный результат. Как показывает практика прошлого года, были хозяйства, которые получали в Краснодарском крае 65 центнеров, но себестоимость 11 рублей фуража, это были убытки. И рядом получили хозяйство 45 центнеров, но третьего класса, были в прибыли. Поэтому, если у вас экономика не будет складываться, поймите вы, что на ближайшие 2 года цены на пшеницу не будет. Не будет ее. И, скорее всего, мы прогнозируем, что в этом году цена еще будет ниже, чем в 2023 году. И вы смотрите по колебанию рынка, какая ситуация складывается. Поэтому считайте деньги. Дальше, самым неблагоприятным предшественником является подсолнечник. Видите, по нем получается не только самая низкая урожайность, но и самые большие колебания в зависимости от того, какой год попадает. Были года, когда по этому предшественнику в восточной зоне получали 3-4 центера. То есть фактически 2 центера посеяли, а 3 получили. Были такие года. Ну и были года, когда в принципе нормальная ситуация происходила. Исходя из этого, мы определили экономически обоснованные дозы удобрений, которые именно не вышли на плато, а движутся вверх, не достигли еще плата. Вот эти дозировки по парам. Видите, практически слабо отзываются с экономической точки зрения растения озимой пшеницы на калий. Поэтому мы его можем применять только в виде некорневой подкормки, если это возникает необходимость. По фосфору. Фосфор дорого стоит. И смотрите, не надо давать сумасшедшие дозировки. А надо четко смотреть по результатам, которые получаете. На черноземе обыкновенном мы начинаем экономически оправданные дозы фосфорных удобрений, окупаемые, если содержание меньше 18 мг на килограмм. А на каштановых почвах вообще 14 мг на килограмм. Это по Мачигину. Поэтому если вы эти значения, у вас значение выше, вы должны переходить к дробному применению фосфорных удобрений, а не ложить эти затраты в почву при посеве, как это сейчас делают. Вы фиксируете этот фосфор, это одинаково, что положить деньги в надежде на то, что когда-то вы получите дивиденды. И по азоту, особенно обратите внимание на азот по парам. Значит, прошлый год четко показал, кто погорячился с азотом по парам, получил не плюс, а минус.
Добрый день, уважаемые коллеги. Стартанул очередной аграрный сезон. Многое сделано уже с осени. Предстоит еще больше. Состояние озимых действительно радует. Я вот вчера был в Краснодарском крае. Да, радует глаз. Благозарядка тоже отличная, но не радует цены, да? Цены. За последние 3-4 года значительно подорожали средства защиты растений и удобрения. И вопрос оптимизации, он крайне важен сегодня, именно в сложившейся ситуации, когда себестоимость у нас очень сильно выросла. Да? Многие даже хозяйства в ноль сработали в прошлом году. Что делать? Необходимо интегрировать систему защиты растений, то есть применять не только химические, но и биологические. Суть интеграции – это сочетание преимуществ обеих групп средств защиты растений, и химических, и биологических, и нивелирование их недостатков. Нас ждут в сезоне 2024, помимо листовых заболеваний, это корневые гнили, да, в частности, фузариозная корневая гниль, афиоболезная корневая гниль, циркоспорелезная прикорневая гниль, фузариоз колоса, и этот список можно продолжить. Меры борьбы. Все мы знаем, надо соблюдать севооборот, выбирать устойчивые сорта, правильная обработка почвы, сроки посева, норма посева. Ну, особо хотел бы выделить вот питание, да? Надо именно сбалансированное питание. Главное, вот вначале не перекормить пшеницу азотом. Рот еще только-только открывается у пшеницы рано весной, не перекормить. Растение еще маленькое, да? И соблюдать соотношение, об этом уже было отмечено, соблюдать соотношение азота к фосфору. Внимание обратить, конечно же, на серу, потому что мы должны получить качественное зерно, третий класс. По микроэлементам. Пшеница особенно чувствительна к цинку и меди. На основе диагностики вы должны обязательно эти элементы вносить. В любом случае, по цинку у вас, по-моему, содержание очень низкое в почве. Особое внимание к цинку. Благодаря этим элементам мы повышаем устойчивость растений к стресс-факторам внешней среды, в том числе и болезням. Но по поводу интеграции я уже говорил. Есть плюсы и минусы у обеих групп средств защиты растений. Касаемо плюсов по биологии, да, это они безопасны для растений, не фитотоксичны, дешевле, чем химические фунгициды, негативно не влияет на полезную микрофлору, стимулирует ростовые процессы, повышают иммунитет растений, и очень важно, к ним со стороны фитопатогенов нет резистентности. Работать надо, конечно же, с почвой. Источник корневых, прикорневых гнилей, листовых заболеваний – это почва. В почве должно быть больше полезной микрофлоры, меньше фитопатогенов. Задача не стоит в полном их уничтожении, а мы должны научиться контролировать развитие и распространение патогенов. Чаша весов должна быть на стороне полезной микрофлоры. Что мы имеем сейчас? Вот супрессивность. Вообще, если почва супрессивна, если здоровая почва, она сама способна противостоять развитию и распространению болезней. Поэтому мы можем повысить супрессивность. Да, приемы есть агротехнические, но не надо забывать и о приеме, когда мы вносим биологические препараты.
То есть это полезные микроорганизмы. Практически сейчас вот на пашне, да, у нас супрессоров практически не осталось. Это вот аборигенная триходерма, их нету. Мы вот фитоэкспертизу проводим, их мало вообще. А триходерма это, ну не зря же говорят, это универсальный киллер в отношении фитопатогенов, в частности фузариоза, да, так вот фузариоза, и ну и других болячек. Вот обратите внимание на этот слайд. Здесь мы провели в условиях лабораторного моделирования анализы, то есть определили супрессивность почвы одного из хозяйств Ростовской области, это ОСПХ Мечетинская. Да? Вот супрессивность почвы была невысокая, 44%. Значит, по методике, значит, определили мы, какое же здоровье у почвы. То есть методом биологическим можно повышать супрессивность почвы. После внесения фитоспорина нашего брендового продукта мы увеличили его на 14%. Да, правда, это в лабораторных условиях. Необходимо еще отметить, да, здесь тот фузариоз, который был у вас 5-10 лет тому назад, и тот фузариоз, который сейчас, это совсем другой фузариоз. Он более агрессивный. Понимаете, да? И мы это смотрели. Вот обратите внимание, вот, значит, это по методике определяется. Вот здесь вот отобранный, значит, отобран фитопатоген, фузариум, так вот, и мы его положили на чашку Петри, залитые, так вот. Ну, болтушку приготовили с почвой, образно говоря, просто так вот залили питательной средой, так вот, и как идет, значит, антагонизм фитоспорина в отношении вот, фитопатогена. То есть надо повышать однозначно супрессивность, и с этого надо начинать. Говоря о фитоспорине, ну, этот продукт многие знают, состав уникальный, можно сказать, с тремя действующими веществами, с тройным механизмом действия. Первый компонент – это Bacillus subtilis. В препарате 7 штаммов. Они в споровом состоянии. Механизм действия за счет механизм действия подавления фитопатогенов идет за счет выработки антибиотических веществ пептидного порядка. То есть пептиды и антибиотические вещества в момент споруляции выделяют бациллы. Дальше вторая составляющая – это триходерма. Она здесь три вида представлена. Триходерма мициально споровом состоянии, в больше споровом состоянии, плюс еще антибиотические вещества. Своеобразные антибиотические, свои, так вот, это триходермин, веридин, так вот, и ряд других. У них тоже другой механизм действия. И еще третья составляющая, третье действующее вещество, это метаболиты псевдомонад. Это антибиотические вещества уже фенозинового порядка. И здесь, в этом продукте, у нас нет живых псевдомонад, а их метаболиты, которые как раз и позволяют препарату работать в более пониженных положительных температурах. То есть препарат мы можем применять в начале вегетации, когда мы не можем применять химические средства, химические фунгициды, почему большинство из них работает при температуре плюс 12 и выше. Ну, псевдомонады вообще, они известные, так вот, микроорганизмы, полезные микроорганизмы, которые хорошо подавляют болезни, особенно фузариозные. Вот вы у себя используете при протравке семян, да, флудексонил. Это химический аналог естественных продуцентов псевдомонад. Вы можете забить, так вот, в интернете, так вот, и так и прям... Там написано, что они являются химическими аналогами естественных продуцентов псевдомонад. Ну, кстати, говоря о фунгицидной активности, биологические препараты, в частности фитоспорин, он ни в коем случае не уступает большинству химических фунгицидов по воздействию на целевой объект. Вот в данном случае тут на фузариоз, да, на фузариоз. Значит, корневую гниль, так вот, фузариозная корневая гниль. Здесь вот как раз в нижнем углу, так вот, в нижнем левом углу показана так вот, активность фунгицидная, активность продукта. Уникальное свойство у бацилл – это эндофитность, способность проникать в само растение. Вот наверху, в правом углу,
значит, фотография фрагмента корневой системы вот, с корневым волоском. Да? Вот эти колонии так вот, ярко-зеленые, это как раз бациллы, Bacillus subtilis. Внизу это фрагмент листьев, да, тоже, значит, они проникают через усечный кутикулярный аппарат, так вот, вреда никакого не приносят растения, а только повышает иммунитет. То есть мы, когда работаем продуктом, фитоспорином, то есть получается, мы иммунизируем растение против фитопатогена, против будущего заражения фитопатогеном. Как проверяется? Элементарно. Вот хозяйство Ростовской области мы отрабатывали во время вегетации, а потом растительные остатки брали, ложили в чашки Петри, заливали питательной средой, и у нас вот такие вот колонии, у нас сероватые, беловатые колонии потом образуются. Это как раз и подтверждает эндофитность бацилл. Конечно же, источником различных инфекций являются растительные остатки. Нам необходимо и ускорять разложение растительных остатков, но и не только ускорять, но и санировать растительные остатки. Особенно это важно после предшественников фузариозоопасных, это кукуруза на зерно, да, или озимая пшеница по зимой, когда идет. Тоже там нагрузка очень большая, патогенная, поэтому мы должны предотвратить это барьер для развития и распространения болезней. Необходимо здесь отметить, когда мы применяем деструкторы, то, соответственно, компенсирующий компенсационный азот мы можем давать меньше, где-то процентов на 20-30, в зависимости от видов растительных остатков. Это тоже очень важный прием в регулировании популяции фитопатогенов. Практические моменты, что мы предлагаем, что мы рекомендуем. Вот буквально, ну, скоро вы начнете вносить азот. Даете аммиачную селитру, кидаете аммиачную селитру. Вы не только кормите растения, но и кормите микрофлору почвы, в том числе и фитопатогены. Поэтому очень важно рано весной можно кассом вносить вместе в баковой смеси либо фитоспорин, либо стерня, там, в зависимости от поставленных задач. По кассу много вопросов возникает, совместимо или несовместимо. Так вот. Совместимо, но при условии, если вы биологический препарат применяете вместе уже в баке в течение час-полтора. Больше двух часов, если передерживаете, то с бациллами там проблем не будет у вас. Псевдомонады там живых нет, метаболиты. Вопрос возникает с триходермой. Почему? Потому что все-таки агрессивная среда, там щелочная реакция. Если больше двух часов мы передержим рабочий раствор, то, соответственно, на два порядка у вас падает. Эти исследования мы проводили с кассом, ну, брали концентрированный касс. Если вы водой разбавляете, то здесь выживаемость триходермы еще повышается. Добрый день, уважаемые гости, уважаемые коллеги, организаторы. Спасибо за приглашение на этот форум, конференцию. Да, являюсь селекционером по масличным капустным, и в первую очередь моя работа связана с селекцией рапса, культурой, которая в последнее время начинает занимать все больше и больше территории на полях не только юга России, продвигается в более северные широты. И мы видим, что за последние два года почти в два раза увеличилось количество пассивных площадей под эту культуру. И кроме теперь уже озимой пшеницы, озимого ячменя, на полях выращивают озимый рапс и даже озимую горчицу. Как и при выращивании всех других культур, есть свои перспективы, выгоды и риски. Для озимого рапса, как уже сказал Николай Васильевич, это высокая маржинальность, которая
стимулирует сельхозтоваропроизводителей для производства. Это востребовалось не только внутреннего, не только внутреннего и потребности сейчас внешнего рынка. При выращивании озимого рапса мы оптимизируем севооборот, то есть включаем в свой севооборот другие культуры, и это культура озимый рапс и другие масличные капустные, они улучшают агрофизические свойства почвы за счет глубоко проникающей корневой системы, почва аэрируется, обогащается органическим веществом. Кроме того, что сама культура рентабельна, мы получаем дополнительную прибавку урожая других последующих культур, зерновых и зернобобовых. Ну и без рисков никак не обойтись. И самый главный, сложный проблемно решаемый такой риск – это дефицит влаги во время летней и осеннего периода, потому что нам нужно подготовить почву, причем ее нужно подготовить хорошо, создать очень мелкокомковатую структуру почвы, потому что семена рапса, вы видели, сами очень мелкие. И дефицит влаги во время посевной – это самый главный риск. Нам нужно получить своевременные, дружные, равномерные всходы. Но от вредителей и болезней мы уже научились защищаться. Существует ряд химических и биологических препаратов, которые позволяют с этими ребятами нам бороться. Существует риск гибели в результате перезимовки. Да, очень низкие температуры иногда очень пагубно влияют на розетку листьев рапса, если особенно нет снежного покрова. Иногда при ранней весне, при где-то плюс 5 градусов в течение недели, рапс активно начинает свои физиологические процессы, и тут зачастую бывают возвратные заморозки до минус 10 и минус 12 градусов, что пагубно действует на культуру. И добавился еще один риск, мы в этом убедились в этом сезоне 22-23, когда рапс уже созрел, стрючки уже полностью сформированы, созревшие, нужно убирать. И здесь градобой, здесь сильные ливни с ветром, что повлияло на растрескивание стручка и осыпание семян. Это тоже сейчас очень важный риск, и мы работаем в этом направлении, создаем сорта и гибриды с не растрескивающимися стручками, чтобы не потерять урожай, который сформировали в течение 300 дней, скажем так. Ну и в первую очередь сейчас нам нужно понять, что нам делать весной. Осень была сухая, разные хозяйства получили разный рапс. Кому-то повезло, выпали осадки, растения сформировали хорошо развитую розетку, а где-то в большинстве случаев получили очень поздние всходы, поэтому развитие растений было неоптимально. И сейчас вопрос, что делать дальше? Некоторые уже запахали свои посевы, некоторые оставили. Решение о пересеве принимается только после начала возобновления вегетации растений, когда среднесуточная температура, я уже сказала, воздуха в течение недели составляет плюс 5 градусов, когда можно уже определить, растение погибло или оно живое. Чтобы ускорить этот процесс, зачастую аграрии делают такие мини-теплички, и там где-то метр на метр площадь, быстрее можно определить, растения живые или погибли. Допускается равномерное распределение по площади у сортов 15-20 штук на квадратном метре, и мы получаем при этой густоте стояния очень хорошую урожайность, более 30-35 центнеров с гектара. Для гибрида можно и меньше, 10-15 штук на метр квадратный. Очень часто возникает вопрос, а можно ли отремонтировать озимые посевы яровыми? Наши эксперименты, тоже поставленные опыты показывают, что лучше этого не делать.
То есть это будет для вас даже больше головной боли и проблем, нежели просто его запахать. Важный вопрос – это применение удобрений на озимом рапсе. Рапс очень отзывчив на азотные удобрения, нуждается в сере и в боре. Для урожайности 30-40 центнеров с гектара необходимо 160-220 кг азота. Как и для всех культур, учитывается предшественник, содержание элементов в почве. Ну, про осеннюю вегетацию, наверное, я рассказывать не буду. Все уже давно все сделали, внесли сколько нужно и сколько могли удобрений. Для весенней вегетации как минимум два приема внесения удобрений. Если все складывается для рапса хорошо, растения нормально развиты, то мы делаем две подкормки. Первую сульфатом аммония или касом, и вторая подкормка аммиачной селитры, если растения хорошо, нормально развиты. Серу и бор вносим вместе, наверное, с инсектицидной обработкой или фунгицидной. Если весна ранняя, растения слабые, то первую подкормку нитратным азотом 60% от запланированного объема, вторую уже амидной аммониной формой 40%. Если растения сильные, весна ранняя, то первую подкормку нитратным азотом 40% от запланированного объема, вторую подкормку амидной или аммониной формой азота 60%. Если весна поздняя, растения слабые, то лучше первую подкормку нитратным азотом дать максимальную норму 75%, а затем уже вторую амидной аммониной формы 25%. Если весна поздняя, но растения сильные, то где-то 50 на 50 сделать. Очень видны недостатки на листьях рапса микроэлементов. Это серы, бора и магния. Опять же, повторюсь, что мы вносим микроэлементы лучше с фунгицидными или инсектицидными обработками. Так. Ага. И по поводу возвратных заморозков, что могут они сделать? Во-первых, мы видим, что при действии низких температур жизнеспособность пыльцы снижается. И вот на другой картинке видно, как это отражается на завязываемости семян. Она тоже сильно снижается, получаем очень маленькие щуплые стрючки. Вторая проблема, которую вызывают возвратные заморозки, это растрескивание стебля. И потом уже в этих раневых поверхностях развиваются болезни, что вызывает не только, ну, не гибель растения, а полегание, ну и частичную гибель тоже растений. Сейчас неотъемлемой частью технологии рапса, всегда мы экономили на этом приеме, это применение регуляторов роста. Осенью мы уже сейчас рекомендуем вносить росторегуляторы в фазу 3-4 листьев, когда раньше говорили 4-6 настоящих листьев. Но сейчас мы речь ведем о весенних работах, поэтому весной мы стимулируем формирование генеративных органов, укорачиваем стебель и защищаем растения от болезни, применяя росторегулятор в фазу розетки листьев. Мы в основном это против фомоза работаем и укорачиваем стебель, делаем растения более технологичными, стимулируем рост боковых побегов, которые являются основным элементом структуры урожая, где в основном формируются стрючки. Если посевы неравномерные, то мы ориентируемся на большинство растений, с которых планируем получение урожая. То есть если у нас много хорошо развитых растений, мы именно на них и ориентируемся. Если много маленьких недоразвитых растений, то мы лучше вообще не применяем регуляторы роста, потому что они остановятся в развитии. Лучше применяем удобрения. Вот сейчас как раз я на этом и остановлюсь, что растения хорошо развиты и рапс сильный, то обработка росторегуляторами рекомендуется. Если слабый, то не нужно.
Что касается самого опыта, здесь на результатах видно, что нормы высева, начиная от 350 тысяч и выше, имеют достоверное преимущество против норм 150 и 250. Соответственно, мы для себя принимаем решение, что норма высева нута оптимальная для Зерноградского района может быть от 350 тысяч штук и выше на сорте Розанна, конкретно на нем, потому что это крупноплодный сорт. И, соответственно, можно делать вывод, что на крупноплодных сортах оптимальная норма высева будет считаться 350 тысяч и выше. Здесь способ посева сплошной. Именно здесь на делянках это сошник, расстояние 15 сантиметров. Нут – это очень пластичная культура, и междурядье для посева, для него вполне нормальное будет и 25, и 30, и 38. Да, это через сошник по 19, если у вас посевные комплексы. Шире междурядье делать, мы считаем для себя, что это не нужно, так как уже возникает момент угрозы засорения полей сорняками. Это один из самых важных, существенных факторов в технологии выращивания нута – чистота полей. Теперь еще один опыт по протравителям. Это, наверное, один из элементов в технологии. Все каждый год, как будто никогда не делали, каждый год думают, а чем травить, а может не травить. Вот это, наверное, вопрос, точнее, ответ на этот вопрос. Здесь контроль у нас без протравителя и различные варианты с химическими плюс биологическими, либо без них обработками семян. Здесь по результатам видно, что вот у нас существенная разница 37 центнеров, соответственно, и контроль у нас без обработок уступает всем вариантам обработки семян. Мы понимаем, что необходимость обрабатывать семена нужна, но при этом чем работать, можете решить сами для себя. Если вы работаете с инокулянтами, то обязательно применение действующих веществ, которые не будут убивать ваши инокулянты. Флудиоксанил – один из наиболее подходящих действующих веществ для такой операции. Фитоэкспертизу мы делаем обязательно, но помимо того, что у нас инфекция есть на семенах, может быть на семенах, инфекция у нас есть в почве. И даже если у нас семена чистые, это может не спасти нас от того, что у нас будет на полях. Представлено два слайда. По гороху мы, как правило, не ведем калибровку семян. Но ради опыта мы это сделали для того, чтобы определить для себя, имеет ли это смысл или нет. Сорта гороха, те, которые мы используем, они относительно выровнены по калибру. То есть масса тысячи у сорта, она, скажем так, выровнена в урожае. И сделали деление 220 грамм и 265 грамм. А сам урожай, он в районе 245, поэтому считается выровненным. Здесь же мы разделили, это все лабораторно, скажем так, и несложно делать. И получили для себя такие данные, что влияние норм высева на урожайность гороха выявлено достоверно. То есть разница между нормой высева, масса тысячи, крупные семена у нас дали больше урожая, чем высеянные мелкие семена. Для нас это было немножко удивительным, так как масса тысячи – такой относительный показатель. Вот. И также мы не увидели большого влияния норм высева, да, от 1 250 000 до 1 750 000.
А теперь уже отдельный опыт, который касался непосредственно нормы высева самого гороха по сорту «Саламанка». Здесь варианты опыта от 750 тысяч до 250 тысяч. И вывод какой у нас получился? Что у нас существенного влияния нормы высева на урожайность в условиях 2023 года не выявлено. То есть у нас высокая ошибка в опыте. Но если разместить значение урожайности по норме высева, мы видим вот кривую, которая говорит о том, что норма высева 1,5 и 1,075 миллиона будут являться наиболее оптимальными для посева, а нормы 2,25 миллиона штук на гектар, это не приведет к существенному увеличению урожайности, но при этом приведет к дополнительным затратам. Я затрону очень узкое направление в производстве озимой пшеницы. Это возобновление весенней вегетации. Я не буду распыляться до уборки урожая. По факту, что мы имеем? Нам для планирования нашей работы нам нужно соблюдать и учитывать ряд важнейших факторов, которые мы в этот период получаем. Основное это время возобновления весенней вегетации, уже говорили о нем. Количество продуктивной влаги в метровом слое, состояние посевов, фаза развития, количество растений, количество побегов на одном квадратном метре. Ну, на данный момент, что мы видим в ростовском подразделении, в Ростовской области, общаясь с хозяйственниками, ситуация хорошая, да, 90% посевов в хорошем тире, удовлетворительном состоянии. Достаточно питания, достаточно влаги в метровом слое. Растения развиты, ну, скажем так, все хорошо, и это не может не радовать, говорю вам честно. Для потенциала, для раскрытия потенциала основных сортов, которые мы выращиваем, озимой пшеницы, необходимо уже на данный момент нам сформировать 600-750 продуктивных колосонесущих стеблей. Это, в принципе, тоже, ну, мы наблюдали, это есть. По запасу продуктивной влаги, ну, последние наши данные, это по Песчанокопскому району, я не буду здесь их показывать, 175-178 миллиметров, что, в принципе, тоже достаточно. Наша компания о питании, и она конкретно о листовом питании. Если мы говорим вообще о структуре урожая и перенесем ее в процентную плоскость, да, то почему она перескакивает? От 80 до 90% урожая наша культура формирует благодаря корневому питанию, благодаря основным удобрениям, которые внесли с осени, да, и планируемым удобрениям, которые мы будем вносить в процессе вегетации. Но дополнительно мы можем получить от 10 до 15% урожая, используя листовое питание в процессе вегетации. Да. Если говорить о листовом питании, мы можем применять продукты с макро, мезо, с микроэлементами. Мы можем использовать продукты на основе аминокислот, антистрессанты, фитогормоны для того, чтобы перестроить растение в нужное нам направление, в нужную нам плоскость. Опять перескочила. Хорошо. Если говорить о листовом питании, то мы, в принципе, мы считаем, что данный вид питания должен быть внедрен, да, и применен во всех технологических процессах возделывания культуры. То есть без него, мы считаем, качественно раскрыть потенциал наших сортов и гибридов не получится. Кстати, если вернуться чуть-чуть назад, вот эти вот 10-15% скажем так, некорневых подкормок, они стимулируют растения на увеличение потребления, на коэффициент усвоения основных удобрений, основных элементов питания из корневой системы. То есть одно другому не мешает ни в коем случае.
Актуальность, да. Я уже сказал, что мы придерживаемся такого понятия, что тут вопрос не стоит, актуально нет, актуально. На данный момент хочу рассмотреть три основных сценария применения наших продуктов. Их небольшое количество. По факту у нас очень большой спектр. Да, мы закрываем и овощное направление, и сады. Но что касается полеводства, есть ряд продуктов, которые мы рекомендуем применять именно в фазу возобновления весенней вегетации. Основной ключевой элемент нашей урожайности, да, это фосфор. Можно я немножко отвлекусь, да, от презентации? Есть, кстати, очень хороший такой факт интересный. Тысячу лет назад индейцы инки, которые проживали на территории Южной Америки, да, насколько я помню, они выращивали кукурузу. Вот. Ребята, которые расшифровывали их письмена, да, такой интересный факт выявили, что в технологии возделывания кукурузы, а конкретно в ее, ну, при ее посеве, эти ребята в каждую лунку с зерновкой они ложили рыбку. Ну да, так тысячу лет назад люди знали, да, что эта культура отзывчива к фосфору, вот, как к основному элементу питания. Так вот, я хочу поговорить о фосфоре. Возобновление весенней вегетации начинается при температуре от плюс 5 до плюс 7 градусов Цельсия. Соответственно, в это время уже хорошо развита вегетативная часть, но еще слабо развита корневая система. Вот, корневая система слабо развита в плохо прогретую почву, скажем так, плохо усваивает основные элементы питания, особенно фосфор. Мы и наша компания, специалисты нашей компании говорят о том и рекомендуют применять продукты на основе активного фосфора. Что такое активный фосфор? Ну, из нашей линейки один из продуктов — это Икарфоста. Фосфор находится в двух видах, это фосфиты и фосфаты. В пересчете на P2O5 это 380 грамм на литр продукта. То есть данный вид фосфора очень хорошо усваивается растениями, соответственно, применение данного продукта увеличивает развитие, ускоряет развитие корневой системы и, соответственно, поглощение основных элементов питания. Но в данном этапе это азот, который вы дали, там, или помёрзла тала, или еще в какой-то схеме. Вот. Но скажу так, применение фосфора регламентируется температурным режимом. Если мы говорим о температурах плюс 14 и выше, то здесь, в принципе, применять фосфор в виде листового питания не актуально. Уже растения настолько сформированы, и корневая система настолько сформирована, и она уже потребляет тот фосфор, который вы дали в виде основного удобрения. Вот такой небольшой нюанс. Сергей Анатольевич, одна минутка. Да, ну я постараюсь, да, уложиться. В принципе, вот так вот выглядят растения при применении дозы 0,5 литров на гектар в раннее весеннее. Правая сторона – это опыт, развитая корневая система, хорошо развитая вегетативная часть. Второй сценарий, который мы предлагаем, это применение продуктов для улучшения качества, ну даже не качества, для улучшения развития нашей культуры. Вот данную схему, препарат CVEC и препарат GoTrip Micro, мы предлагаем и мы рекомендуем применять на очень плохо развитых пшеницах со слабой густотой стояния, со слабой разветвленностью, ну, как хотите можете назвать, на рваных посевах. То есть в раннюю весеннюю обработку, многие ее называют нулевой, да, это до гербицидной обработки, применяется продукт на основе аминокислот, препарат CVEC – это 480 грамм на литр растительных аминокислот. И препарат GoTrip Micro, мы гордимся, что у нас есть этот продукт. Это очень высококонцентрированный продукт по микро- и мезоэлементам. Ну и вишенкой на торте – это большое содержание серы, за которое мы гоняемся. Все элементы в виде хелатов легко доступны. И еще один продукт, и я, в принципе, на этом закончу. Препарат Филатон, также компания Биолким Италия. Аминокислоты в очень большом количестве. Конкретно прописаны, можете прочитать. Органический азот, плотность.
доступные растениям аминокислоты, комплексная аминограмма, повышение содержания аминокислот в самом растении, улучшение его состояния. Но основа этого продукта и куда мы его позиционируем, это применение с гербицидной обработкой. Почему-то многие уже здесь выступали, но молчат о таком понятии, как гербицидный стресс. Гербицидный стресс есть, он существует, мы его доказали и видим, и многие это, об этом говорят. Снижение гербицидного стресса, более быстрый выход растений из этой ямы. Соответственно, улучшение вегетации. Применение, опыт. Работайте с нами, будете улыбаться, и ваша культура тоже. Спасибо за внимание. Спасибо. Озимая твердая пшеница, ее отличие от мягкой. Хотел бы на этом заострить и времени вашего много не занимать. Она отличается от мягкой пшеницы большим содержанием протеина, стекловидность, те технологические аспекты, которые, биологические, которые нужны нашим переработчикам для получения хорошей крупки, макарон и как бы их конечной продукции. Стекловидность, протеин играют важнейшую роль, поэтому их получение по итогам выращивания твердой пшеницы очень важно и влияет на конечную цену продукта. Сегодняшняя, конечно, ситуация с закрытием экспорта по твердой и с большими посевами товарной твердой пшеницы в стране, надежда наших сельхозтоваропроизводителей на какую-то дополнительную копеечку не увенчались успехами. Очень большие, многие тысячи тонн на сегодня зависли у нас на юге России, как бы не пошли на экспорт. И теперь просто она никому не нужна, получается так. То боялись, что ее не будет, закрыли экспорт, теперь никто ее не покупает. Но вопрос не об этом, вопрос в том, что вдруг останется желание ее выращивать, поэтому расскажу на перспективу. Озимая твердая пшеница для прорастания требует больше влаги, чем мягкая. То есть ее нужно сеять в заведомо влагообеспеченный слой и получать своевременные всходы. Она более слабо зимостойкая, чем мягкая пшеница. То есть на уровне слабозимостойких озимых пшениц есть новая сорта твердой. У нее большой такой, как бы сказать, минус по сравнению с мягкой пшеницей. Физиологически она цветет открытым цветом. То есть она, мало того, что там пыльцу других растений, других сортов озимой пшеницы может ухватывать, она собирает весь инфекционный фон. То есть она подвержена самому страшному нашему заболеванию, фузариозу колоса. Поэтому требования к предшественникам по твердой пшенице, по озимой твердой пшенице, является обязательным соблюдение вот этих вот моментов, не сеять по колосовому и не сеять по кукурузе на зерно. То есть не всегда мы можем успеть обработать фунгицидами вовремя, плюс все фунгициды, даже самые топовые, самые разрекламированные, имеют эффективность не более 60-70%. Этого недостаточно. В этом году вот год был влажный, это показало, что там, где не было обработки, фузариоз был процентов 20-25, значит, на твердой пшенице, там, где успели вовремя все обработать, фузариоз был, но в меньшем процентном соотношении, но все равно как бы химия его целиком полностью не убрала. Хотел отметить, значит, что наша селекция, в частности Краснодарский национальный центр зерна, представителем которого я являюсь, очень далеко шагнула вперед. На сегодняшний день у нас прошли госрегистрацию сорта «Сеньора», который отличается высокой урожайностью, очень хорошими технологическими качествами зерна и плюсом ко всему, в сравнении с другими твердыми пшеницами, лучшей устойчивостью к фузариозу колоса. То есть вот как бы в перспективе, быть может, снижение какой-то химической нагрузки на технологическую нашу карту, на наш кошелек. А сорт Белла прошел госрегистрацию. Я считаю, что этот сорт уникальный. Он в себе сочетает повышенную зимостойкость, высокую урожайность и очень хорошие технологические качества, значит, качественные зерна пшеницы. По итогам уборки 2023 года сорт Белла в нашем хозяйстве показал наивысшую урожайность среди озимых твердых пшениц, дал на уровне, значит, мягких, в районе там, 74-75 центнеров в разреженном посеве. То есть урожайность достойная у этого сорта.
Один из самых на сегодняшний день зимостойких сортов озимой пшеницы сорт «Цель». У него зимостойкость уже, точно не могу сказать, но до, наверное, минус 10 на узле кущения доходит. То есть очень, как бы, может, 8-10 градусов точно будет выдерживать. Сорт очень зимостойкий. На сегодняшний день находится на госсортных испытаниях. То нужна очень своевременная уборка озимой пшеницы, твердой. Почему? Потому что малейшая там россыпь, туман обильный, дождь, не дай бог, происходит осветление зерна, мутнение и теряется стекловидность. Один из важнейших факторов, на который, значит, покупатели обращают внимание. То есть, как только озимая твердая подошла к уборке, 2-3 дня нужно постараться ее бросить все, убрать и положить ее под навес. По затратам на гектар, смотрите, мало того, что нужна стекловидность, переработчикам нужен протеин. То есть все просят 15-15 с плюсом. Но сами по себе озимые твердые пшеницы, они качественные. Это сильные пшеницы. Априори, изначально создавая этот сорт, ученые-селекционеры отбирают те формы, которые высокобелковые. Но, опять-таки, лишние там 100-150 кг селитры, в отличие от мягкой, лишними не будут. И вам нужно заведомо получать 15-й протеин. Ну, как бы повышенное азотное питание на озимой твердой пшенице приветствуется. Ну, у нас в хозяйстве уже большой опыт осеннего применения гербицидов, инсектицидов на озимой пшенице. Эта тема не очень раскрученная, но вот хотелось бы кое-какие моменты об этой обработке вам рассказать. Во-первых, весной обработка гербицидная чаще всего проходит в неблагоприятные погодные условия. То у нас температуры нету, то у нас ветра нету, то сорняки уже переросшие уходят с уязвимой фазы, то, как вот в этом году, скорее, мы всего столкнемся с проблемой подтопляемости полей, и на некоторые поля мы не сможем заехать, поля позарастают. Что дает нам осенняя обработка гербицидами? Мы, если имеем осенью хорошо раскустившуюся озимую пшеницу, то там 100% все сорняки, которые нам создадут проблему весной, уже выросли. И они находятся в фазе всходов, там 1-2 листа, семядоля. В этой фазе они снимаются гомеопатическими препаратами, то есть спокойно работают там триберон, метил, тифесофлон, метил, там флуросулам, дженерики, копеечная обработка. Но у нас нет конкуренции с пшеницей даже в зимний, весенний период. Мы весной спим спокойно, ждем спокойно, когда у нас там падает подсолнечко, поднимется, или там какие-нибудь еще мари, амброзии на плешинах. Мы не торопимся с обработками, нет засасывания озимой пшеницы вот этими конкурентами, типа звещатки, подмареника, всего остального. Дискурение бывает, ее весной даже тяжело убить. А что говорить о падалице рапса, о кориандре вообще невозможно весной реально уничтожить. Да и падалица подсолнечка бывает осенью, создает такую проблему, что просто накрывает поле и засасывает. Поэтому осенняя обработка гербицидами. Вот мы уже практически последние годы 100% поля обрабатываем с осени. Были, вот я помню, года на два назад была у нас сухая весна. Мы весной вообще не применяли гербициды. То есть стресса не было, мы не торопились с обработками фунгицидами, когда нам надо дождаться болезни. Потому что мы осенью сняли все свои проблемы. Значит, единственные нюансы для осеннего применения – это температура и фаза развития. Фаза развития – это 2-3 листа у озимой пшеницы, а температура должна быть выше 10 градусов. Значит, благодаря селекции института КНИСХ у нас появился очень интересный сорт озимой пшеницы. У нас же раньше назывался «Ультра», сейчас просто называется «Кубань». Это скороспелый, безостый сорт озимой пшеницы. Значит, он созревает, ну, примерно как ячмень. Но если ячменя нету, то получается, что он во время уборки ячменя будет убираться. На неделю раньше озимой пшеницы. И это преимущество сорта мы использовали для того, чтобы подготовить наши поля к уборке преждевременно, когда у нас еще все комбайны стоят, когда мы ждем высыхания озимой пшеницы, мы готовим поля. Сначала мы начинали обсевать поля только там, где у нас трассы, дороги проездные, ну, от пожарной, выполняем пожарные требования, противопожарные. Потом мы начали обсевать все причилки, и верхние, и нижние причилки.
в этом году тема эта понравилась, обсеяли поля по кругу. Что дает это мероприятие, когда мы за неделю до начала уборки пшеницы подготавливаем, обкашиваем поля? Ну, во-первых, вы знаете, что во время уборки, особенно начальный период уборки, когда еще в пшенице пограничная влажность, под посадками то роса, то туман, то солнце село, пшеница чаще всего зеленая. То есть мы имеем сухой центр поля, а края полей у нас всегда сырые. Здесь мы, получается, эти проблемные зоны выкашиваем.